Разделить этот мир, будто яблоко, поменять все тучи и гроз на облака. Вместе писать нашу жизнь, как большой роман, честно делить наше счастье напополам. Наши мечты, как одно что-то общее, наши пути к одному ближе к вечности. Ведь мы с тобой проживем по-хорошему в нашей любви, нашей любви. Быть женатым модно. Такого мнения придерживается начинающий исполнитель Натан. Поэтому он не только не скрывает своего семейного положения в социальных сетях, но еще и супругу привлекает в шоу-бизнес. Для тех, кто еще не в курсе, именно законная жена Натана и сыграла главную роль в его первом клипе. У меня супруга, наверное, сейчас у нее роль моей мамы. То есть она говорит: сынок, занимайся, делай. Я-то знаю, зачем ты это делаешь. Однако, как считает этот исполнитель, наличие кольца на безымянном пальце и штампа в паспорте нисколько не мешает ему покорять сердца все новых и новых поклонниц. Но это никак не отражается на том, что мне может понравиться кто-нибудь. Когда я выступаю на сцене, я забываю о том, что у меня есть жена, либо кто-нибудь вообще из близких. Я обязательно строю глазки, я обязательно делаю все, чтобы понравиться человеку. Другой вопрос, который волновал добрую половину зрителей: что за имя такое странное у этого исполнителя – Натан? Оказалось, что свой псевдоним парень позаимствовал у одного из французских поэтов. Кстати, уже в ближайшее время Натаном певец будет не только на сцене, но и в паспорте. Документы уже в процессе.